эфире по-прежнему программа «Госдеп 3» с Ксенией Собчак. Сегодня мы обсуждаем, нужно ли разрешить в России однополые браки. Есть еще один аспект этой темы, не менее важный, и я бы хотела его тоже обсудить. Вот у нас сейчас масса запретов на, не знаю, фильмы, где люди курят, потому что это пропаганда нездорового образа жизни, распивают алкоголь, потому что это пропаганда алкоголя. Что делать с искусством? С Чайковским, с балетом Дягилева, с Прустом, со скульптурой античной, где мы можем увидеть очень много вполне откровенных коннотаций на тему гомосексуальных связей. С Микеланджело, наконец-таки, что делать? Вот если вы, как националист, разделяете вот такую жесткую позицию неприятия этого всего, что делать с этим наследием, Шекспиром, в конце концов? Ксюша, однозначно, то, что один момент, это то, что они делают, а другой момент, это пропаганда гомосексуализма. Нет, подождите, их творчество, это уже пропаганда отчасти. Вы знаете, я не помню, чтобы в советском время кто-то там Микеланджело и что-то считал пропагандой гомосексуализма. Это... Нет, подождите, у Микеланджело вот, очень много вот скульптуры, абсолютно недвусмысленно намекающие. Слушайте, ну намекали и намекали, да. Когда идет по MTV, как он мальчик дикий с мальчиком. Да я по культуре не вас, судя по всему. У Шекспира обращение. Судя по тому, что вы мне сказать не даете. И вы мне еще культуры будете учить. Вот Евгений много об этом знает. Может быть, вы даже можете процитировать. Вся мировая культура от Древней Греции, которая спокойно не одну тысячу лет жила при государственной доктрине, когда юноша обязан был найти себе воспитателя и в сексе, и в труде чуть более старшего. Да, была доктрина, так называемая колокогатия, да, государственная доктрина. И все равно дети рожались, и все равно была высочайшая развитая цивилизация, демократическая и все прочее. При госдоктрине фактически гомосексуальной. И, естественно, все скульптуры были на эту тему. И даже Венера, ведь, знаете, была неолитическая баба, знаете, вот эта жирная. Потом она стала однотипной Венерой, утонченной под мужское тело. То есть фактически Венера — это такой мальчик с некими женскими нюансами. Затем вот школа Платона, школа Сократа, 12 учеников. Где еще у нас 12 учеников? Эллинизированные Палестины, эллинизированные, так сказать, древние иудеи. Там это идет восприятие. Начинается негатив против патриархальных заветов, начинается выгонять людей из торгующих из храма, потому что интеллект начинает работать, да? Вот откуда первые Пусси Райт пошли, да? И кто был первый Пусси Райт? Простите меня, подумайте. Затем все это развивается, и возрождение. То есть Микеланджело, Леонардо, Рафаэль – любители юношей. И, как вы знаете, фактически все это творчество, которое выйти в Пушкинском музее как копию. Это, кстати, вы не думаете, если вы там вдруг были, это не оригинал в Пушкинском музее только «Давид» не стоит. Рафаэль, так не вот, Рафаэль, смотрите, подождите, подождите. После такого небольшого экскурса в историю искусства от Евгения, Дмитрий, что вы можете сказать? Может, запретить это все? Поездки? Да, может быть, действительно запретить. Просмотры этой античной скульптуры? Туры, все от беса. И останетесь только вы в вашей кофточке. Я бы сказать, вот человек говорит, все молчат. Вот мне стоит вот только вам, пожалуйста. Вы мне не даете сказать. Я даю вам сказать, никто смотрите, не перебивает я девушку. Выступаю да. против в традиционном нашем обществе пропаганды гомосексуализма. Один вопрос, чем они там занимаются, мне это неприятно, но это уже... Кто они? Кто, Микеланджело вы сейчас пеной, имеете? Пеной захлебываться, да, когда я это слово скажу. Но пропаганду гомосексуализма, открытую пропаганду, я категорически против. Это надо запрещать. Статуя двух обнимающихся мужчин. Ну, является ли пропагандой? Слушайте, вот давайте нет, возьмем... конкретный вопрос. Древнюю Грецию возьмем, да, не берем. Пусть будет это старое, где мужчины обнимаются. То есть пусть давайте будет. А на MTV это... не будем программу пускать, где мальчики знакомятся и трахаются, извиняюсь за выражение, в дневное время суток. Хорошо, а греческий поэт современный, который описывает вот, влюбленность. Вы знаете, вот мне начинают сейчас про Древнюю Грецию, про толерантность. Ну пусть едут туда и живут тогда, в эту Древнюю Грецию. Мы-то сейчас говорим про Россию. Подождите. Какая Древняя вот конкретный Греция? Вопрос. Не надо путать две статуи Микеланджело какие-то. Школьников нужно приводить в Эрмитаж, в зал античности, где они увидят вполне себе недвусмысленную сцену двух мужчин. Слушайте, если там они увидят там несколько картин, да, опять же, это
Не надо вот эту Древнюю Грецию прикрывать всю пропаганду сейчас, которая идет. Пруста нужно читать? Скажу, Лев Толстой, детство, отрочество, юность. Первые главы нужно запрещать. Читайте классиков, читайте. Но не надо, все не правильно. Надо афишировать, не надо кричать про это. У них же это болезнь. Она видна, эта болезнь. Они не могут ни о чем больше беседовать. Они людей уже делят. Николай решил заступиться за Льва Толстого. Или за Рафаэля, который никогда, наоборот, был абсолютно гетеросексуален. Николай, но с вами я хотела поговорить о другом. Другой, не менее важной теме. Да. Вы... Союзе не мешало. Давайте не будем перебивать. Николай еще не сказал ничего за эту программу. Православие там было. Вы не понаслышке знаете, что такое толерантность или нетолерантность. Вас уволили за ваш блог личный в ЖЖ, где вы писали о том, что в России не могут быть гей-парады, как в Берлине, не надо этой мерзости. Да. Толерантическая свобода, так, по-моему, называлась ваша воззвание. Толерантическая мерзость. Да. Вот, Вы даже потом за это извинялись. Потому что меня неправильно поняли, дураки, глупых людей много. В принципе, я ничего против не имею людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. А почему гей-парад в Берлине это мерзость? Потому что это вмешивается в жизнь не только людей с нетрадиционной, а всех людей. Когда это, сотни тысяч идет по городу и демонстрирует бог знает что, хорошо. Один десантника. Ну а зачем? Мерзости хватит. Ну а чем, на ваш взгляд, гей-парад? Ну секунду, друзья, давайте я сама поговорю с Николаем, пожалуйста. Вот странно. Чем отличается, на ваш взгляд, гей-парад от действительно выхода десантников с разбиванием бутылок? Да ничем. Мерзость и то, и другое. Но я не понимаю, зачем эту мерзость умножать. Зачем Но вы добавлять? Же писали не о десантниках, не о демонстрациях 1 мая, а именно о гей-парадах. На самом деле о десантниках я тоже писал, но почему-то это никто не обратил внимания и писал то же самое. А вот как только написал на эту тему, тут вдруг все заволновались. Николай, простите, зачем нужны вообще гей-парады? Ведь это выглядит странно все равно, это все равно некая демонстрация. То есть одно дело, когда вы говорите, мы хотим равные права. Это многим людям близко и понятно. Идите в Госдуму и выступайте. Но зачем провоцировать общество на улицах такой фееричной формой? Ну, во-первых, вы не путаете то, что проходит на Западе. Гей-парады, которые давно стали частью карнавальной культуры. И кто, извините, хочет, смотрит, кто нет. Вы не боитесь, Николай, вы не боитесь ходить на балет? Там мужики в колготках. А детей в цирк не боитесь водить? Я отвечаю. Там клоуны раскрашены. Там надо специально билет купить и пойти в зал, а здесь на улице, и деваться некуда. Нет, но все-таки давайте быть реалистами. Гей-парад – это выходной день, это центральная улица, там дети. Один день в году можно пережить, потом. А почему? А с какой стати надо пережить? Просто объясните, зачем? Давайте. Ксения, день открытых убийств тоже можно пережить один день в году. Друзья, вопрос задан. Да, начнем с того, что у нас этого нет, в России этого нет. В России проводятся правозащитные акции, люди одеты, как я сейчас. А это пожалуйста. Нет, об этом никто не говорит. Зачем гей-парад? Неправда, Ксения. Вот как раз об этом говорят. Это называют гей-парадом. Вот мне стоит поднять плакат. Сергей, давайте не будем передергивать. Давайте мы разделим эту проблему. Я уже сказала о том, что когда вы говорите о ваших правах, о том, что нужно добиваться равноправия, это одна тема. Давайте вот мы ее убрали. Это не карнавал, это демонстрации, это серьезные акции и так далее. Зачем нужны гей-парады? Вот сейчас именно на этот вопрос я бы хотела получить. Ксения, лично я не считаю, что они нужны. Лично я не считаю это необходимостью. То есть вы бы не пошли на гей-парад? Вот только из любопытства. Все, тихо. Сейчас, момент, один момент. И просто не надо опять-таки путать причину и следствие. Люди, вот я выхожу на акции для того, чтобы не нужно было эти акции проводить. Я хочу спокойно жить. Я хочу гулять со своим парнем. Понятно, ваша позиция ясна. Я хочу заключать брак и иметь те же самые правовые гарантии. Вы бы пошли на гей-парад? У меня так мало времени. Послушайте, я не понимаю. У нас проходят, когда парады военные, там вот эти пушки и ракеты, это же такие фалосы, это пропаганда фалосов. Понимаете, это первое. И второе, если включить центральные каналы, любое практически музыкальное шоу, одобренные свыше, это действительно гей-парады каждый день. Я знаю, что Елена Ищеева посетила в Брюсселе случайно. Да, в Брюсселе. Специально, чтобы посетить гей-парад. Ну ладно, хоть рассмеялись, а то слишком все жестко здесь. Приехали по делам, все стоит, двинуться невозможно. Европейская стоит. Я говорю, ребят, что, не сесть, не встать. Я говорю, стоит все.
а у нас сегодня гей-парад. Говорю, господи, боже мой. И в 12 ночи уже, говорю, дайте хоть Брюссель посмотрю. Ну я же сюда приехала первый-последний раз. Пошли гулять с мужем по центральным улицам. Аккуратно. Нет, просто под руку обычно, первый день в городе. Но я почувствовала себя меньшинством. Увели. Мужа увели. И это было неприятное чувство. Это очень неприятное чувство. Но давайте сейчас я бы хотела обратиться к людям, которые здесь и сейчас, в сегодняшней России, чувствуют себя меньшинством. Вот эти две девушки, они пострадали, конкретно пострадали в клубе в российском, в Москве. Их избили. Я ничего не путаю? Нет, избили только меня. Как это произошло? Вот микрофон вы можете взять. Напомните эту историю. 11 октября, ровно месяц назад, был Международный день камин-аута. Была вечеринка. Вечеринка продолжалась ровно полтора часа. Через полтора часа после начала в клуб вбежали где-то около двух десятков молодых людей в масках. И стали все крушить, громить, ломать. Вот. Меня стукнули. Я, естественно, ответила, потому что я не люблю, когда меня бьют. Вот. И получилось так, что после нескольких ударов я упала на пол, получила ботинком по голове. Вот. И потом они убежали. Понятно. Но я знаю, что вы не вдвоем, вы две мамы, но у вас есть дочь. Правильно? Дочь сидит сзади. Передайте ей микрофон. Здрасте. Как тебя зовут? Так же, как и вас. Ксения, как вы относитесь к тому, что вот у вас такая нестандартная семья, две мамы? Нормально. Хорошо. Ну, вот как я к этому могу относиться? Нет никакого давления. Вы чувствуете на себе, что вы вот на вас смотрят не так, как на других? Нет, не чувствую. То есть вы вообще не чувствуете проблемы какого-то гомофобного общества в России, незащищенности секс-меньшинств? Она есть в России, она... Ну как я могу? Это моя мама, как бы... Это ее право, как бы, да, ну, это ее личная жизнь. И у каждого человека есть право на свою личную жизнь. Хорошо, а как вы представляете их в обществе? Это мои две мамы, это мои родители? Ну, то есть таких проблем не возникает. Но вот видите, молодая девушка, она говорит нам о том, что для нее, в ее жизни этой проблемы в принципе нет. Слушай, эти проблемы есть, которые возникают сразу после. Вот когда мы ехали в скорой помощи, вот лежит Марина, я сижу рядом, и врач скорой помощи спрашивает, а вы ей кто? Я говорю, я ей личная жизнь. Он говорит, понятно, пишем, знакомая. И вот если бы она осталась в больнице, я ей никто. Вот в этой стране я ей никто. И когда мы в этом году специально на 3 дня летели на парад в Берлин, потому что я человек, у меня есть чувство собственного достоинства, и я хочу хотя бы на 3 дня побыть там, где мое достоинство признается всеми, и где мои права и мои ощущения человеческие не зависят от воли большинства, а зависят просто от той конституции, где все это записано. Не большинство решает, на что я имею право и на что я не имею права, а оно признает это по факту. И мы летели в Берлин и получали визу. И точно так же в посольстве нас спрашивали, вы летите вместе, цель поездки, на парад, вы друг другу кто? И Марина точно так же говорила, в этой стране никто. Понимаете? Вот, Дмитрий, вы бы защитили эту девушку в клубе, если бы вы случайно там оказались недалеко? Это справедливая ситуация? Я бы просто девушку защитил бы, конечно. То есть я но бы вот там, это справедливо, то, что, то, что нет, у этих насилие, людей нету... Вы насилие не помимо разбираете. Насилия, что они вы документально не, всегда никто друг другу. Это половую, справедливо? Да, а именно насилие, давайте тогда так и говорите. Насилие нельзя. Конечно, а то, что они самое. Всегда знакомые друг другу по документам, это справедливо? Вы знаете, власть и общество, власть вынуждена защищать всегда общество от кого-то. И они говорят, это наши права, мы не хотим. Вы знаете, то есть вы считаете, что их, эти их три права потрясающие действуют. Женщины, которые живут с семьей, слушай, дочка, две мамы. Меня, вы хотите, что я да и нет вам отвечал? Да, да, вот они нет, представляют угрозу, скажите. Вот человек сидит, вам рассказывает 5 минут лекцию, и вы его слушаете. Я только знать, рот открываю, вы мне я сразу дали. Я хочу понять, они представляют угрозу или нет? Да. Представляют. Вот чем я представляю такую, угрозу я для общества? Хочу защищать традиционное общество, своих детей от пропаганды гомосексуализма. Скажите, вы хотите чем? Традиционное я общество, чтобы мужчины били ногами женщин по голове? Института семьи. Вилка пришла, они угрожают. Вилку. Хорошо, каким конечно, образом каждый... вы, Дмитрий Демушкин, хотите защищать? Каким?
ограничением определенных свобод определенной части общества, которая шизофреников, гомосексуалистов и так далее, и тому подобное. Если вы это приравниваете. Нормально. Тогда у нас все, весь Кавказ — это фашизм. Все страны — это фашизм, Китай — это фашизм. Нет, националист, и так далее. Китай? Даже, по-моему, Израиль — это фашизм. Вы китаец? Все, фашизм. Дмитрий, вот. Дмитрий, я правильно понимаю, что единственное, что вас сейчас удерживает от гомосексуальности, это отсутствие гей-парадов в России. То есть, если бы они начались, то уже ничего вас и ваших единомышленников не удержало. Хорошо, давайте, сейчас бы начнется драка, я против этого. Не будет никакой драки. Дмитрий, вы говорите о пропаганде. Каким образом эта пропаганда влияет? Вы увидите и сразу ломанетесь? Каким образом пропаганда гомосексуализма влияет на разрушение институтов культуры, нравственности, самобытности общества? Да. С прямым самым. Круто. Мы уже выяснили, что Россия все-таки, как бы они тут ни хихикали, это все равно православная страна. Мы так, честно говоря, конкретный ответ не получили. Друзья, у нас заканчивается время. Простите, у нас заканчивается время, поэтому я бы хотела последний вопрос, Алена, задать вам, как депутату от «Единой России», пользуясь случаем. Вот смотрите, ваш диван так много говорит о консервативных ценностях, а «Единая Россия» все время говорит о защите семьи, семейных ценностях, дни семьи. Скажите, пожалуйста, вот президент наш несколько лет назад на дне семьи появился один, без семьи. И нельзя сказать, что вот он своим образом жизни, как, например, Саркози с Карлой Бруни или как какие-то другие легендарные пары, пропагандируют семейный образ жизни. Очень редко нашего президента можно увидеть с женой, с детьми, вот пропагандирующего семейные ценности. И чиновников это «Единой России» для вас, в том числе. Чтобы он пропагандировал? Я бы хотела... Да, это очень важно, я скажу почему. Потому что если партия власти и президент пропагандируют эти ценности и говорят о том, что вот мы такое традиционное государство, эти ценности очень важны, а сами при этом все время появляются одни, то это, знаете, это как с родителями, которые запрещают детям курить, но сами курят на кухне. Это сверххангельство. Вот что вы лично думаете по этому поводу? Знаете, я не слежу за личной жизнью нашего президента, но почему? Что касается лидера... Ну, еще раз. Что касается лидера партии Дмитрия Анатольевича Медведева, то ну, я очень часто вижу его вдвоем вместе с его супругой, со Светланой. А почему вы за личной жизнью Путина не следите? Это часть жизни, это... Хотите, ну, пожалуйста, послежу какое-то время. Потом придем, соберемся здесь в Госдепе и обсудим его личную жизнь. Ну, пожалуйста. Секунду, да. Надо быть последовательными. Если день семьи, любви и верности, если мы за традиционные ценности... Детей покажите, жену покажите. Не надо стесняться, понимаете? Я с мужем везде появляюсь. Это свое, это родное. А мы не будем стесняться прямо сейчас и покажем итоги нашего голосования на сайте. Итак, я повторю, что вопрос сегодня нашей программы и вопрос на сайте звучал так. Нужно ли разрешить однополые браки в России? Вот результаты, мне сейчас их объявят. По космической связи 57% да, нужно, 38% нет, и 3% еще не определился. Ну что ж, я думаю, что это победа телеканала «Дождь», потому что на любом федеральном канале, к сожалению, цифры были бы совсем другие. Это была программа «Госдеп 3» с Ксенией Собчак. Увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо.